Итак, значит, у меня в руках вот такой вот телескоп. Он, видите, как удобно, он совсем коротенький, маленький. Но когда передо мной вот такое вот высокое стекло, я его высоко выдвигаю, насколько мне удобно. Дальше. Здесь вот такой вот уголок одет. Я тоже сейчас буду его делать, сгинать и разгибать. В данном случае я буду вот таким вот образом его протирать. То есть я намочила саму ткань. Вот я ее хорошо протираю. Очень удобно тем, что можно выдвигать на любой размер без лестницы. То есть, видите, лестница у меня стоит для другого приспособления. Я хорошо собрала все загрязнение. А вот теперь мы делаем уголок. Мы сделали угол. Вот приблизительно вот под таким углом, под таким градусом. Вот эту часть можно снять. Так. И теперь мы будем собирать влагу. Значит, вот мы делаем так вот. Раз. И сразу видно, насколько чисто, легко, быстро собирает каучук. А, тоже интересный момент достаточно, что вот это не резинка, а это каучук. Что она делает? Она позволяет возможность, дает возможность очень быстро, легко и до конца собрать всю влагу. То есть влага, которая остается на поверхности, мы ее всю собираем вот таким вот образом. Типа таким уголком. И еще очень интересно, что ведь я одета не в робу, а потом все окончательно домыли. И очень удобный момент. Воды практически здесь нет, то есть она практически сухая, ничего течь не будет. И собираем уже до конца. И вот тут вот быстренько так раз, протерли. И тут протерли. И здесь протерли. Так. И теперь переворачиваем и будем мыть уже с этой стороны. Значит, мы выдвигаем. Конечно, мне жаль, что у меня здесь нету рядышком крана, чтобы я чуть подмочила еще саму шубку. Вот мы вот так сделали. И потом опять же делаем уголок. Я хочу еще показать вот интересную такую вещь, как большой самбин. Это ткань, которую можно одеть вот таким вот образом и, допустим, отполировать где-то уголки, которые нам недоступны были. Здесь и с этой стороны. Вот так вот. Ну, а теперь мы дочистим вот эту часть. Сейчас, одну секунду, я отвлекусь, я должна ее чуть-чуть намочить. Один момент. Я уже с вами. Вот я ее чуть-чуть больше намочила. Одеваю. И продолжаю. Наше действие. Сейчас у нас все будет идеально красиво. Опять же, как вы уже знаете, да, вы правильно мне подсказываете. Мы сейчас делаем уголок. Вот мы его сделали. Можно чуть-чуть прикрыть окно, чтобы оно нам не мешало сейчас. Так.
такой момент. Рядом строится высотный дом. И, конечно же, вся пыль после стройки, я думаю, что вот можно даже показать, что вся пыль после стройки оседает на окна. Мы можем и таким образом это делать, это не имеет значения. И вот таким образом делать. Самое главное, ну, просто легко протирать и все, то есть без усилий. Потому что очень часто на ручках у нас остаются вот такие вот загрязнения. Мы берем нашу белую рукавичку и вот так вот легко, видите, я особо там не тру. И очень-очень-очень важно, пожалуйста, запомните, без усилий. Чем меньше усилий, и вот если вы сейчас потрогаете, видите, как она зарипела. Точно так же вот эти все, вот, пожалуйста, если можно, заснимите, чтобы все увидели, насколько быстро и насколько рукавичка поглощает загрязнение. Вот я прошлась, и разница между этим и этим. Может быть, кто-то из вас скажет: ой, да это можно обычной тряпкой сделать. А нет, почему? Потому что обычная тряпка размазывает грязь, а вот эта ткань, она...